Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня делюсь рецептом пирога, который многие любят за его простоту приготовления, отменный вкус и необычную структуру. Конечно же, это манник. Добавлю в него шоколадно-банановую нотку, и получается пирог, который, несомненно, своим ароматом соберет всех к чаепитию. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. К яйцам добавляю сахар, соль и ванильный сахар. Размешаю миксером до растворения сахара. Долго взбивать не надо. Можно то же самое сделать и ручным венчиком. Отмечу, что все продукты желательно брать комнатной температуры. Затем выливаю сюда растопленное и остывшее сливочное масло, кефир любой жирности и банан, который я потерла на крупной терке. Можно его просто размять вилкой. Манную крупу, заметьте, что я ей не даю набухнуть. Порошок какао и муку с размешанным в ней разрыхлителем. Далее просто размешаю миксером на средних или малых оборотах. Тесто выливаю в форму, дно которой я застелила пергаментом и смазала растительным маслом. Диаметр моей формы 22 сантиметра. Выпекаю пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке и на готовность проверяйте деревянной палочкой. Даю пирогу немного остыть и посыпаю сахарной пудрой, а вы украшайте по своему желанию. Отмечу, что пирог одинаково хорош как в остывшем, так и в горячем виде. Посмотрите, какая у него структура, такими крошками. Вот именно за это я и люблю манник. Поэтому не даю крупе предварительно набухнуть, чтобы не потерять рассыпчатую структуру. Манка и так прекрасно набухает в процессе выпечки. В готовом пироге она попросту не чувствуется и уж, конечно, не хрустит на зубах. Учтите, что в данном случае пирог получается умеренно сладким, поэтому, если вы любите хорошо сладкую выпечку, добавьте сахара побольше. Про вкус говорить не буду, и так понятно, что шоколадно-банановая выпечка получается невероятно ароматной и аппетитной. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий, а вы любите различные манники? Смотрите на канале и другие рецепты не менее вкусной и разнообразной выпечки. И не только. И подписывайтесь на канал Есть Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.